для того, чтобы эта репутация была? То есть какие действия нужно предпринимать для того, чтобы обеспечить престижность, ну и вот саму вот эту репутацию? А когда мы слышим человека, бренд? Дамы и господа, рад приветствовать вас. Есть в нашей Николаевской области одно укромное местечко, но мало кто о нем знает, мало кто там был. Это Кинбургская коса. Family Day, на котором и мамы, и детки смогут провести чудесное время и заодно и собрать денежки для благотворительности. Извините, я такого.